Сегодня благословенный пятничный день после почти трехмесячного вынужденного перерыва. В 14 городах Подмосковья состоялась коллективная пятничная молитва, принесшая в сердца и души мусульман искреннюю радость. Проявив благоразумие и гражданскую сознательность, мусульмане совершили молитву в медицинских масках и перчатках и соблюдая социальную дистанцию. Соблюдение этих санитарных условий является полностью оправданной мерой, позволяющей верующим выполнять религиозные обязанности и при этом сохранять в безопасности свое здоровье. Я искренне благодарю всех своих единоверцев за ответственный подход и молю Всевышнего даровать всем нам здоровье, помочь окончательно преодолеть пандемию и вернуться к привычному ритму жизни.